Выход в люди. Журнал Vogue в третий раз устроил по всему миру модную ночь. На этот раз флагманом Vogue Fashion Nights Out стала Москва. Ночь с 6 на 7 сентября превратилась в настоящий шоппинг-марафон, когда лучшие магазины столицы не только работали допоздна, но и устроили обязательные тусовки. Официальной посланницей Vogue Fashion Nights Out 2011 в России стала русская топ-модель Наташа Поли. Уже через несколько минут она вместе с главным редактором Vogue России Викторией Давыдовой приедет в Петровский пассаж, куда я иду. Я в Петровском пассаже, и здесь также, как в Буме, Цуми и торговом доме «Весна», продаются сумки специальной лимитированной серии с изображением Наташи Поли, выпущенные журналом Vogue специально к модной ночи. По традиции, все средства, собранные от продажи этих сумок, пойдут на благотворительность. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Вот количество магазинов-партнеров стало больше по сравнению с 2009 годом, например? Конечно, потому что многие, ну, в кризис решили, давайте, ну, как обычно бывает, давайте посмотрим, как это происходит. И, ну, вот с каждым годом больше и больше. Это такое оживление и для нас, и для читателей, и, конечно, для ритейлеров, что решили это продолжать каждый год. И мы будем, конечно, расширяться. В следующем году планируем Санкт-Петербург, Екатеринбург. Пока в Москве, ну, все, кажется, здорово. Наташа, здравствуйте. Вы принимали когда-нибудь участие в модной ночи как покупатель? Нет. Но это моя вторая ночь, и я во второй же раз гость. Мой первый Fashion Night Out был в Нью-Йорке. И это было первый год, когда это мероприятие проводилось. Все дизайнеры, все стилисты, все модели собрались вместе и просто прогулялись по всем магазинам. То есть это была ночь, в которой никто не спал, все магазины были открыты, везде была просто вечеринка одна. А вот сумка, вы уже себе ее, ну я понимаю, вряд ли вы ее покупали или как-то, но она у вас есть? Я ее купила, у меня еще ее нету, но я ее планирую обязательно сегодня купить, где-нибудь попозже сегодня. Но эти деньги идут на чарити, на благотворительность, поэтому я обязательно ее себе приобрету, и все мои знакомые ее обязательно купят тоже. Следующей точкой моего шопинг-марафона стал Святая Святых ЦУМ. Здесь сегодня обещана шопинг-вечеринка года. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. А вот ЦУМ какой точкой вашего марафона стал по счету? Третий. Я была в Неспрессо, в Диоре и сейчас в ЦУМе. А здесь что происходит? Вот здесь мои друзья устраивают вечеринку. Сегодня весь вечер они сменяют один другого. Это диджей-сеты. И их показаны также работы, уги. Они все тюнинговали свои уги, и получились очень интересные работы, порой даже можно назвать арт-объектами. Например, у Димы Логинова. Вот покажите мне что-нибудь. Пойдемте. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Вот, например, у Димы Логинова интересное, мне кажется. Так вот, это такой привет из 90-х. Вот у Даши Гаузера, мне кажется, не совсем интересный вариант. Даша, здравствуйте. Вы делали сегодня уги для уг. А можете показать, какие? Замечательная модель справа. Это мои уги. Потом я не дошла до вторых своих уг, еще сама не видела, как они представлены. Но они тоже такие агрессивные, со складками, черные. Но, несмотря на агрессивность, они женственные. Мы делали уги, буквально две пары, но которые, насколько я сейчас услышал от представителей, произвели просто фурор. Да? Правда? Я видела одну, Мария Железнякова мне показала. Покажите вторую. Она показывала вам, наверное, на платформе. Да. Окей. А я вам покажу свои любимые. Вот то самое произведение. Мы их называем луноходы. Здрасте, Александр. Здрасте. Ну, вот вы сегодня модной ночью работаете. А будете покупать-то что-нибудь? А на самом деле, модная ночь для меня, прежде всего, не ночь покупок, а ночь встреч с моими друзьями, знакомыми, людьми из индустрии моды. А как же какие-то лимитированные линии всего на свете, скидки? Ну, скидки в 5% меня не очень увлекают. Вообще, обязательным атрибутом Vogue Fashion Nights Out являются не только какие-то эксклюзивные вещи и представление лимитированных серий, но и скидки. В ЦУМе их нет, поэтому я отправляюсь в Бум. В Буме на первой линии Vogue Fashion Nights Out 2011 устроили настоящую ярмарку с хорошими скидками. Я должна признаться, что, решив сделать небольшой перерыв, пойти попить кофе, я наткнулась на Константина Андрикополоса. Что здесь происходит? Здравствуйте, Константин. Бум, первая линия. Добрый вечер. Я Костя. Андрикополос, кстати. Мы все знаем. Ну, здесь спой. Здесь Бум, Костя Боско. Наслаждаюсь
большого вот этого праздника. Вот это рынок, это распродажная линия, это отличное настроение в магазине, это очень хорошее. Широкий новый выбор новой коллекции. И даже господин Терехов, вот боже мой, вот здесь. Мы здесь продаем мои майки. Специально для этого мероприятия, для Vogue Shopping Night. Вот такие вот, это с моим рисунком. Средства, вырученные от продажи, пойдут на благотворительность? Вот мне уже второй вопрос такой задают, я не знаю, куда они пойдут. Ну вот я считаю, что модная ночь на самом деле по-настоящему состоялась в ГУМе, потому что здесь действовала дополнительная скидка 10%, поэтому я ушла из ГУМа с покупкой. А в программе «Выход в люди» в ближайшее время «Миллионер Борт-шоу. Выставка яхт». «Выход в люди».